Будда – это изначальное состояние или плод духовного развития? По большому счету, Будда – это человек, такой же, как мы. Но внутри, на уровне ума, внутреннее, можно сказать, духовное развитие, внутренние качества созрели. И уже очень сложно сказать, что это обычный человек. Например, когда человек идет в школу, то человек этот всю жизнь является человеком. Но когда он учится, сначала он идет в детский сад, потом идет в школу, в старшую школу, в университет, и в конечном итоге его могут назвать профессором или учителем, доктором. И этот человек остается обычным человеком, или же внутренние качества этого человека изменились. А внешний облик — это просто человек, это просто человеческое существо, но его ум внутри изменился. Его мы называем доктором, учителем. Вначале он был обычным, но в конечном итоге, пройдя этот путь, он стал исключительным, необычным человеком. И на внешнем уровне это обычный, простой человек, но его внутренний ум полностью изменился. Точно так же Будда в основе своей, конечно же, является живым существом или человеком, но внутри его ум достиг другого уровня.
Что такое всезнание в опыте Будды? Всеведение, по большому счету, приходит через знания, через образование. Это те знания, то образование, которое мы получаем у учителей в школе, и это образование, которое приходит из опыта, из нашего анализа внешнего мира, проявлений, и также ваших внутренних движений и процессов, которые происходят в уме. Таким образом, вы учитесь, вы понимаете реальность явлений, также вы понимаете основу реальности явлений. И, в общем, все явления, все, что существует в сансаре, в нирване, относительное, абсолютное, благодаря вашему образованию, вашему анализу, вашей медитации, вы все это понимаете. И в конечном итоге такой человек понимает все это. Как особый, исключительный доктор, который вначале учится у других докторов. И сначала у него нет этого всеведения относительно всех болезней. Но благодаря опыту он или она изучает, учится, набирает опыт. В конечном итоге такой человек, такой хороший врач, понимает любые болезни и какие необходимы противоядия от болезней, как можно их лечить. Он все это понимает. Это мы называем знанием, это мы называем реализацией, это понимание. Такое знание, такую реализацию мы называем состоянием всеведения ума. Что такое срединный путь в учении Будды? Это самое важное. По большому счету, все явления, все, что существует в этом пространстве, каковы свойства явлений? Неважно, это внешнее окружение или существа, которые живут в мире, и все, что между ними, любые из пяти объектов желания,
то, как устроена Вселенная, существа, пять объектов желания, непостижимо, невыразимо, как все это устроено. Как это возникает? Все эти вещи возникают из чего-то благого или неблагого. Все это зафиксировано, как какие-то из них являются хорошими, а какие-то являются плохими, или же какие-то явления зафиксированы как сансара, а другие как нирвана. Нет, это не так. Конечно, когда мы воспринимаем все эти явления, то есть двойственное развлечение на хорошее, плохое, сансару, нирвану, относительное, абсолютное, вкусное, невкусное, приятное и неприятное и так далее. Такие разделения, как они возникают? Такие разделения, двойственные деления. Почему так происходит? Как оно возникает? Если вы действительно изучите, то Будда обнаружил, что если ты понимаешь единство хорошего и плохого, единство сансары и нирваны, и единство относительного и абсолютного, то в этом единстве, если ты его постигнешь, в нем нет этого разделения. Есть только срединный путь. Это единая природа реальности. Такова динамика или основание всех явлений. В них нет никаких крайностей. Это срединный путь. Если ты это постиг, тогда твой ум постиг реальность. Поэтому он говорил, что просветленные идут срединным путем. Мара. На относительном уровне Мара любое живое существо, которое мешает другим, убивает, мучает и делает, причиняет какое-то зло другим живым существам, видимое или невидимое, осязаемое или неосязаемое, напрямую или косвенно, любой, кто причиняет вред, боль, то
мешает, вредит другим живым существам с относительной точки зрения. Если другие живые существа страдают, расстаются с жизнью, если их счастье уничтожают, то того, кто это делает, мы называем Марой. Внутренняя реальность на самом деле Мара — это наше цепляние за эго, невидение, тревожащие эмоции. Это и есть Мара. Они могут уничтожить себя и также все вокруг. Поэтому подлинный смысл Мары — это цепляние за эго. Будда-активность, что это такое? Активность или деяние Будды – это сострадание. Когда мы говорим «Будда», «Будда» – это значит «просветленный». Все омрачения, все неблагое исчерпалось, очистилось, устранено. Такой человек, все его внутренние качества, качества природы, реальности или ума, полностью обнажены и сияют. И тогда у них есть деяние, есть активность. Это как солнце. Например, солнце, когда оно ярко сияет и не затемнено облаками, оно сияет на небе, то свет солнца сияет по всему свету, и все растения получают от этого пользу. Точно так же, например, Будда вначале зародил бодхичитту, в середине он медитировал о бодхичитте, в конечном итоге он реализовал природу бодхичитты. И все его движения, тело, речи, ума — это воплощение сострадания. И любые движения, которые совершают сострадательные тело, речь и ум, всегда благотворны. И они всегда связаны с шестью запредельными. Это совершенная щедрость, совершенная дисциплина, совершенное терпение, совершенное усердие, совершенное медитативное сосредоточение и совершенное познание, это мудрость всевидения. Вот такой ум, наделенный качествами шести запредельных. Если есть такой ум, то тогда все живые существа, которые видят, слышат, прикасаются, как-то связаны с Буддой, они могут получить от Будды автоматически, естественным образом. Но, конечно, Будда сам, он стал воплощением сострадания,
И мы не обязательно думать, я хочу сделать что-то хорошее этому человеку или тому существу. Мне нужно что-то подготовить. Куда, как мне направить свои просветленные деяния? Ваше тело, речь и ум — это воплощение сострадания. И тогда благо и сострадание автоматически, естественно, возникают, как солнечный свет. Когда солнце светит, то тепло и свет естественно исходит из солнца. Солнцу не нужно думать. Сейчас мне нужно посветить. Я хочу светить здесь или там. Нет, ничего подобного. Это естественно, это спонтанно, это автоматически. Таковы просветленные деяния. Есть такое выражение: Будда не дальше вашей собственной ладони. Это означает, что мы должны искать Будду в себе? Конечно, с буддийской точки зрения все говорят о Будде. И все хотят стать Буддой. В этом мире имя Будда очень хорошо известно. Все знают Будду. И мы можем посмотреть ближе и проанализировать, что значит Будда. Конечно, с относительной точки зрения, Будда — это человек, который появился в нашем мире, в Индии. Его звали Сиддхартха или Будда Шакьямуни. Это был исключительный человек. Он обнаружил этот путь, который мы называем буддизмом. И буддизм, его основная практика, в основном он сосредотачивается на причине состояние Будды — это сострадание и мудрость. И в абсолютном смысле, на самом деле, подлинный смысл Будды — это наша собственная истинная природа реальности. Это истинная природа реальности — это реальность каждого живого существа, каждого явления. У каждого есть своя собственная истинная природа. Это и есть Будда. Не нужно искать какого-то внешнего Будду, не нужно. На самом деле необходимо устремляться к собственному Будде, к своей внутренней природе реальности. Это и есть Будда. Ваш духовный совет к празднику Ласар. Спасибо. Я хочу сказать счастливого Ласара в соответствии с тибетской астрологией, с тибетским календарем. Наверное, старый год
старая пандемия, все войны, катастрофы, все проблемы, все это старое, старый год забирает это все. И теперь их больше нет. Наступающий год очень свежий, наступающий год очень новый. Наступающий Новый год — это источник счастья, источник мира, источник развития сострадания, источник развития мудрости. Я желаю всем живым существам в следующем, в новом году, пусть он принесет им всем просветление. И также особенно хочу сказать нашим братьям и сестрам по дхарме, пожалуйста, серьезно практикуйте и изучайте сострадание и мудрость. Это не только ради блага других живых существ. Мы сами нуждаемся в сострадании и мудрости. Без сострадания, сколько бы вы ни следовали, ни медитировали, опустоте не практиковали, вы никогда не обретете просветление. Вы будете пристрастны, вы впадете в крайность нигилизма. Но если вы будете стараться практиковать только сострадание и забудете о смысле пустоты, если пустота не будет пронизывать ваше сострадание, то ваше сострадание будет притворным, сострадание не будет действительно глубоким. Может быть, от него будет польза, но это не станет причиной просветления. Поэтому развивайте мудрость, понимайте пустотную природу реальности и сочетайте это с состраданием, объятым пустотой. Единство сострадания и пустоты, если вы будете вот это развивать в своем сердце, вы быстро станете представителями Будды. Вы очень скоро станете защитниками всех живых существ, и вы станете проводниками для других живых существ. Вы станете самыми превосходными, поэтому, пожалуйста, скорее практикуйте честно, целеустремленно, непритворно, не так, как будто бы это бизнес, и не для того, чтобы похвастаться, а действительно искренне, чистым образом, истинно, честно практикуйте, и вы быстро станете такими же, как Будда Шакьямуни. Поэтому от всего сердца говорю с Новым годом, большое спасибо за эту встречу. Я надеюсь, что это принесет большую пользу. И я надеюсь увидеть вас очень скоро. Большое спасибо. До свидания. Поздравляем буддистов во всем мире с праздником Лосарь!